Окей, продолжаем разговор. Не закрыл. Обратите внимание, как оно начинает прекрасно сматываться в клубок. Сейчас я должна открыть и вилкой почистить то, что там поналипает на стенках и на дне. Это мне помоги. Да я помогу. На, смотри. Смотри. А это и где-то? Я говорю peanut butter, а ты говоришь тесто. Вот, на, посмотри. На. Похоже? Да. Вот. Да. Обратите внимание, тут еще остались кусочки орехов, то есть мы будем продолжать молоть дальше и посмотрим, что из этого получается. Будем учиться закрывать крышку. Когда мы это открываем, мы тут так аккуратненько вилочкой достаем и поправляем это масло, чтобы оно Вот что у нас есть. Оно все равно остается немножечко с кусочками. То есть оно такое гладкое и однородное, как из процессора в магазине не получится. Но в целом это прекрасный, по-моему, вариант для того, чтобы иметь дома хорошее арахисовое масло, в котором вы точно знаете, что находится в составе. Всего доброго. До свидания.